first I have to say that this lady is a miracle. Я хотела бы сказать, что девушка, я не знаю, как она это делает, целый день, спасибо. And concentrate so и настолько держит концентрацию. And who are you? Gracias.
Finland, they are in Facebook and the internet, and they are discussing about fascism, how heavy it is. Дискуссии в каком смысле? В Фейсбуке молодежь общается, и основной акцент у них, насколько это полезно, насколько это не полезно, насколько это здорово. Начинают употребляться в 14-15, может быть. И, возможно, через 2-3 года. Они удивляются, потому что обнаруживают себя либо постоянно в плачущем состоянии, либо в депрессивном, либо не могут ничего делать. Например, тяжело вставать по утрам. И идти в школу, в институт, куда-то. Никто не знает, что не так. Because they go to different places and they have so many helpers. Ребята обращаются во множество организаций, знают, что помощников пруд пруди там. And they maybe they tell them that no, you cannot smoke. Возможно, те ребята в ответ говорят, нет, нельзя, жишь нельзя употреблять. Но кроме этого ничего не делают иного. Okay, I can practice later, maybe. But I want to respect the time. Возможно, я к этому вернусь чуть позже, но я также хочу уважать временные рамки. And that's why I'm usually the last, because I'm so flexible and I can stop. Меня поставили последние в списке спикеров, потому что знаю, что я достаточно гибкая и могу подстроиться, остановиться тогда, когда нужно остановиться. Но я искренне хочу поблагодарить Фрэнка и команду за вчерашний день. Если, ребята, у вас не было возможности еще побывать там, посмотреть, я настоятельно вам рекомендую. Я не видела молодых ребят с такой гордостью в глазах, как вы видела вчера. По программе для ветеранов. Я жила с родителями мужа, и с мамой, и с папой на протяжении 40 лет. Мой свёкор, ветераном был Второй мировой. И я видела, и я чувствовала, видела, что бывает без оказания профессиональной помощи. Когда живешь рядом с человеком, у кого есть за плечами такой опыт. And it took maybe 20 years after war. Шло, наверное, около 20 лет после окончания войны. When the first time it was allowed to discuss about these things. Когда впервые в Финляндии было разрешено обсуждать эту тему. It was hard time. Было тяжелое время. And for those men, it still is. И для тех людей до сих пор остается. And we don't have so many left. У нас не так много их осталось. My father-in-law died. 2 years ago. Мой свекор умер 2 года назад. He was 94. Ему было 94. So he was one of the youngest who went to the war. So. Он был одним из самых молодых, кто пошел на войну. And now we have a discussion in Finland. Сейчас у нас опять же дискуссия в Финляндии. Should we somehow help? Может быть, нам стоит как-то помогать ветеранам? Yeah, we can bring flowers to the sanatory. Да, мы можем им помочь. Давайте им принесем цветы. They are a little bit late. Они как-то сильно опоздали, вам кажется? So I hope или цветы на кладбище. We have the program a little bit earlier, before these veterans are 100 years old. Естественно, стоит обеспечить программу до того, как ветерану оказывается 100 лет. And I hope that Frank has a program for almost retired persons. Because in the morning he said that he doesn't want to work with adults. But how about retired persons and older persons? Я надеюсь, Франсис сегодня нам говорил, что ему интереснее работать с молодыми,
слегка устал от такого количества продуктов и потерянной, проведенной зря работы. And some years ago, I really wanted to find some basic rules for all this. Я пару лет назад решила определить или найти некоторое число базовых правил для всех этих программ. Oh, I need to tell you that I'm not a simple therapist. Должна сказать вам, что я не простой терапевт. I have maybe four therapy trainings. У меня, наверное, 4 терапевтических тренинга. Because I needed and wanted to understand more and more and more. Почему? У меня с каждым разом проявлялась все новая и новая потребность познавать новое, знать больше. And after all these trainings, после всех этих тренингов, I just come back to one person. Я решила вернуться к одному человеку. And the one person is Milton Erickson. И этот человек был Milton Erickson. I don't know if there has been any more genius persons. Я не знаю, были ли более гениальные кто-то. If you think that time where he was living. Если подумать о том времени, когда он жил. What professionals were thinking and. Что профессионалы тогда думали? How, what was their position? Какая была их позиция? And what they were thinking about problems and how to change. Что они думали о проблемах и о том, как их менять, как их решать? It was a revolution. Революция, огромная революция. At first I found this utilization thing. How преподнес и представил, как использовать все, весь тот материал, да, который клиент нам дает. But before that, there is one thing. Есть еще одна вещь. And I don't know what to think about that. Я не знаю, что об этом думать. And I want to ask you. Я хочу спросить вас. Milton Erickson trusted maybe 200% of every person. Милтон в 200% случаев, на 200% в каждом случае его работы с клиентом доверял клиент. I trusted that everyone has all the wisdom, all the knowledge, all what he needs. На 200% доверял тому, что у каждого из его клиентов есть все необходимые ресурсы, чтобы быть успешным. And that's very easy to say. Это легко очень сказать. It's not so easy to Но не так легко легко этим жить, так проживать, так относиться, так делать. He was kind of thinking that everyone has like a treasure box inside. Treasure box. Он был человеком, которого, если представить, такая была сундук с сокровищами внутри него. And you never know what you have inside. Никогда не знаешь, что у тебя там внутри есть. How many of you think that you have a treasure box inside you? Сколько из вас считает, что у вас внутри лично, у вас есть свой сундук с сокровищами? Great! Super! Great! Almost everyone. Почти все поняли. How do you think to have this treasure box inside you? Как ваше ощущение понимает, что он там есть? How is this possible? How did you do that? Как это возможно? Как вы это сделали? Please, how this is will at Godly school. Everybody has his own experience, and it's also the understanding that it is there. Accomplishments that we have from our past experience. Understanding, conscious understanding. And trust to that. Whatever that is. To that. Did you have time? No. Oh, it's just that was a moment. Yeah. Okay.
есть свои сокровища. Is it also true with other people? Do you trust and think and feel that everyone else has the same hopes? Как насчет других? Not same, but hopes. Как насчет других людей? Верите ли вы в то же самое, что у каждого такого человека так же? Да. Да. We work with artists for the people, we want to help other people to meet and understand that too. When you have this belief or trust, когда у человека есть такое убеждение или есть такое доверие, turn to your next to you, the person next to you. Посмотрите на человека, кто сейчас рядом с вами. And look. Посмотрите. Can you see or what it looks like when you see the treasure box? Можете ли вы увидеть, как это выглядит, когда вы Как-то вы что у человека напротив вас или рядом с вами есть такой сундук сокровищ. Не отвечайте, просто представьте. Describe your best treasure box look. Как выглядит? Just use your best treasure box look. Представьте, что вы смотрите на человека, в данном случае, кто рядом с вами, и представьте лучший сундук, самый красивый, который вы можете себе представить, самыми потрясающими сокровищами. Попробуйте еще раз. The best way you can achieve the treasure box. Really, some step of your subjects. Это очень чтобы представить, сделать это сейчас. После того, как вы это сделали, как ощущение? Замечательными навыками. В работе с клиентом не могли увидеть эту корону.
Или сундук с сокровищами. Never ever have had difficulties with that. You can imagine what you would do if such a person comes to you. Если вы вошли в число тех, у кого никогда не возникало сложностей с сохранением этого отношения, этого восприятия, вы можете представить такую ситуацию. Такого человека, подумайте, что бы вы сделали в таком случае. Okay. Как вы разобрались? Ладно, я поменяла 2 минуты. With the person next to you. 2 minutes. Позаделитесь с человеком рядом с вами. Прошу сделать паузу. I ask for a pause.
наблюдаю за человеком. I observe the person. Ищу как бы в себе внутри позитивные калибровки. И когда мои невербальные калибровки начинают совпадать с калибровками клиента, я начинаю верить в том, что там что-то есть. Matching calibrations in my mind, I start believing that there is something in there. Thank you. I'm sorry, we have to respect the time, and I have to. One thing I have to tell you, my friend and colleague is Finland. Простите, у меня четко слежение за временем, но хочу поделиться с вами. Моя коллега, коллега в Финляндии нашла очень милый способ. Every time when a client comes in from through the door, в ее случае, каждый раз, когда клиент приступает в рамках, он представляет, that surroundings on the door are matching lights. Представляет, что рама дверная представлена волшебными огнями. And when client comes in, и когда клиент заходит, you can imagine if you can imagine that the client has been coming through the matching door. Можно представить, что ваш клиент сейчас переступил порог, прошел сквозь волшебную рамку. And the treasure box is, you can see it, you can feel it. И этот сундук с сокровищами можно почувствовать, можно увидеть, зная, что он только что прошел волшебную арку с волшебными огнями. После такого вашего представления, представьте себе, как вы выглядите, как вы воспринимаете. And how you make your clients. И как вы принимаете клиента. I think everything starts from there. Я считаю, что все начинается отсюда. And after that comes everything else. После этого все остальное. But without this. Но без вот этого базового ощущения и подхода there's nothing. Нет ничего. And you come to the same situation, Respecting the time, this was the start of my presentation. And the other question is with goals. Это было проявление уважения ко времени. Это было лишь начало моей презентации. Второе направление для меня — это цели. I only say one sentence. И я всегда говорю, по крайней мере, одну фразу касательно этого. Because I really was thinking that everyone has to have some goal before. I was thinking everyone has to have a goal. But if you are in a very dark and bad place, когда находишься в темном тоннеле в отношении самого себя, you obviously go from there, and they are as dark and as small and as low. Если говорить о вообще наличии или видении каких-либо целей, какие они могут быть в этой среде? Они такие же темные, они такие же маленькие, они такие же низменные, да, какие можно представить в этих условиях. That's why I have tried to find solutions how to do it differently. Поэтому я нацеливаюсь на поиск новых решений, как это можно делать иначе. And solution. Терапия, сфокусированная на решениях, делится и дает определенное представление о том, как это можно сделать. Описание моего выступления дает представление о том, о чем идет речь, в деталях. Одна из идей, одно из представлений Стива. Стива Сейзерс, Айдиос. Не знаю, как правильно озвучить фамилию. It can be true, I don't know yet, that
it's enough to go to the more satisfactory future or preferred future. Я еще не знаю, возможно, это правда, что можно переместиться в желаемое будущее. And use there all the energy skills what you have. Там использовать все навыки, которые у вас есть. To have and to make as specific as possible. Чтобы сделать максимально поведенчески конкретно и специфично. Prescription of the prepared views. Прописать, создать детальный рецепт вашего, для вашего, для получения уведомления вашего желаемого будущего. And how it affects to you and и проверить, используя все навыки, как это, какое это влияние окажет на вас, на ваше окружение, and your life, на вашу жизнь и. And yesterday you saw the video in Everest. And вчера, когда мы были в центре, мы посмотрели документальный фильм. And there was a girl. Там была девочка, девушка, которая в фильме говорила, that she was in court, что она находилась на заседании суда, ее судьи. And she saw there, I don't remember exactly, but her father, mom, and, yeah. Она говорила, что в глазах мамы видела боль и разочарование, и отчаяние без бессилия, а подошел к ней ее брат. And how strong was the understanding? И который, как Ангел, который показал, поднес мне зеркало и сказал, посмотри, что ты сделала с семьей. И она делилась тем, насколько сильно на нее это повлияло. I have the best translator in the world. She can tell more than I. Мне лучший перевод сейчас, который когда-либо был или есть в мире, перевод дает больше информации, чем я помню. Окей. Но больше об этих вещах, вопросах, которые поднимаются. The most respective thing you want to do to yourself. Самое уважительное, что вы можете сделать по отношению к себе, is all the time questioning your work. Это поддавайте сомнению или вопросам собственную работу. Собирайте работу по вопросам. Yeah. And find maybe back to basics and to the core. И, возможно, старайтесь держаться ближе к основам, к базе, к фундаменту, к простому, к базовому. And that's the first point. Это наше сокровище. Thank you. Спасибо.